Стремитесь туда, где нет ни мглы, ни смерти, да вечный свет. Не любите мира сего и того, что в нем, ибо знаете, как окаянен сей мир. Егор Галамондин в свои 16 лет может похвастаться написанной былиной. Мурманский школьник любит читать и сочиняет стихи, но такую серьезную работу написал впервые. Я писал былину о духовном подвиге и подвижничестве Трифона Печенского, то есть о Трифонопечинском монастыре и его владыке. А так как я до этого писал научно-исследовательскую работу по этой теме, пришел к выводу, что я могу написать что-то хорошее, возможно. Егор в числе 32 победителей историко-литературно-краеведческого конкурса «Храмы России». Его творчество высоко оценили члены жюри. Сегодня призерам вручают заслуженные дипломы, а через несколько месяцев их ждет самая приятная часть награды. По итогам данного конкурса в сентябре будет организована поездка для наших ребят. Ребята смогут посетить не только места воинской славы, но и духовные места на территории нашего региона. Конкурс «Храм России» проводится с 1992 года, правда, с перерывом в 15 лет. Его удалось перезапустить в этом году. Элина Шигенова, Павел Третьяков, ТВ 21+.